Больной задремал, а телеметрические приборы продолжают непрерывно следить за его состоянием. В клинике Варшавской медицинской академии под руководством профессора Владимира Янушевича разрабатывается новый метод лечения острых заболеваний сердца. Ранняя госпитализация и система наблюдения, позволяющая тотчас прийти на помощь больному. В своих поисках варшавские ученые сотрудничают с Институтом кардиологии Академии медицинских наук СССР. С польскими коллегами у нас давние связи в области кардиологии. Нам хорошо известны имена больших, крупных специалистов в области кардиологии, крупных клиницистов, таких как профессор Янушевич, профессор Асканас. Часто мы обмениваемся визитами взаимными. Они бывают у нас, в наших клиниках. Мы бываем в их клиниках и институтах. И очень удовлетворены тем развитием связи, которые в настоящее время имеют место. Должен сказать, что вот сейчас вы находитесь в одном из крупных отделений Института кардиологии, в палате интенсивного наблюдения и лечения больных инфарктом миокарда. Как раз вот именно эта область является нашей общим объектом исследований. И я думаю, что в будущем исследование по проблеме инфаркта миокарда, и в частности проблема реабилитации больных инфарктом миокарда, будет развиваться все лучше и лучше.